Прошло уже 5 месяцев со дня смерти Хлои. Я должна вернуться назад. Я уже сотню раз пыталась это сделать, но мои силы пропали. Я пыталась вернуться, но ничего не выходит. Может быть, сейчас получится. Я понимаю, что это слишком уж отчаянно, но больше мне ничего не осталось. Жизнь или смерть. Just to tear me back down, still the only thing I need now, a not so picture perfect moment I found in pieces that cannot last in your future.
мне назад, она ехала по неизвестному месту в незнакомой ей машине, сжимая руку Хлои, будто иначе она утонет в небытие. А потом их губы соприкасаются вместе. Ее тело окутывало Макс теплом, а руки отчаянно прижимали к себе. Она прильнула к Хлое, вдыхая ее аромат. Она была ошеломлена, но даже спустя миллион лет это ей не перестанет нравиться. Хлоя же, видимо, почувствовала ее удивление, потому что она нерешительно отстранилась от нее. Ее щеки были покрыты слезами. Макс и без зеркала поняла, что тоже плакала. Хлоя посмотрела ей в глаза. Макс? Это я. Другая я. Понятно. Сказала она с небольшой неловкостью. Извини. Мы начали, не могли остановиться. Ничего... Ничего страшного. Ее вкус остался на языке Макс. Это навело ей воспоминания о другом поцелуе, о другом времени, когда они были в отчаянии. Макс не понимала, что написано на ее лице, но отвернулась, будто не могла вынести ее взгляда. Она прислонилась к серебряному капоту машины, скорее всего, той же, в которой они находились. Вокруг них были скамейки, перила и скудные леса. За перилами открывался вид пологой долины в небольшом городке неподалеку. Она не представляла, где они могут находиться. Хлоя все еще стояла к ней спиной, когда сделала глубокий вдох. Держи. Она повернулась к Макс и отдала ей телефон, обернутый наушниками. Это твой телефон. Ты только закончила делать запись. Послушай ее. А мне? Мне сейчас нужно побыть одной. Она подошла к перилам и облокотилась на них, обнимая себя. Хоть она и молчала, ее плечи тряслись. С трудом сглотнув, Макс надела наушники и нажала на экран телефона. Сразу же открылось записывающее приложение, отобразив недавно сделанную запись. Воспроизвести. Привет, Макс. Это я. Макс из прошлого. Да, прошло 5 месяцев, а перемещение во времени до сих пор пиздец, какая странная штука. Итак, скоро меня не станет. Мне до сих пор трудно смириться с этим. Хотела бы я сказать, что это больше не так, но мне все равно страшно. Очень скоро человек, которым я стала, исчезнет. Я все продолжаю говорить себе, что это не смерть, но... Вот и депрессия налицо. Надо бы мне заткнуться. Ты, наверное, уже себя чувствуешь мразью. Я благодарна тебе за то, что ты сделала, но у всего есть своя цена. Да и будет лучше, если некоторые мои воспоминания забудутся. Я делаю эту запись, чтобы оставить тебе указания. Все подробности в журнале, так что прочти его как можно раньше. Я не знаю, как все сложилось у тебя, но нам под конец было очень нелегко. Отказываться от способностей было не вариантом. Я совершила несколько сомнительных поступков, которые бы в голову мне никогда не пришли. Ты узнаешь о себе такое, что может напугать тебя. Но прошу, поверь мне, это было необходимо. Это все было сделано к лучшему. Иначе было нельзя, потому что альтернативы были еще ужаснее. Не знаю, какие навыки ты сохранишь, когда займешь мое место. Вдруг тебе пришлось выживать после конца света, и ты окажешься даже способнее меня. Кто его знает? В общем, я начинаю. Ты неплохо стреляешь, но не идеально. А в рукопашном бою так вообще кошмар. Даже не пытайся. Абсолютно безнадежно. Но твои способности компенсируют это. Теперь ты можешь мягко перемотывать время на 3-4 часа. Очень быстро, очень медленно. Как хочешь. Главное, практикуйся и расширяй пределы. Извини, забыла сказать. Мягкой перемоткой я называю то, когда ты остаешься в том же месте. А жесткая, когда ты буквально возвращаешься обратно. Например, когда ты впервые вернулась обратно в класс. Помнишь? Это несколько раз снова случалось. Я еще не разобралась, как это контролировать, но способ наверняка есть. Помимо этого, ты можешь двигаться во время перемотки. Это до сих пор очень трудно, но невероятно полезно. Остается еще широкий простор для совершенствования. Как ни странно, но ты все еще не можешь перематывать время вперед. А еще тебе продолжают приходить видения. Это может стать большой проблемой, если ты занята чем-то важным. Они просто приходят и все. Не предугадаешь, где и когда они появятся. Иногда это просто вспышка. Порой они пробирают тебя до мурашек.
Насколько я знаю, ты не можешь изменить то, что увидела, так что просто готовься к ним. Это очень поможет, если только после них тебе не будет больно. Кстати, о боли. Мигрень часто будет тебя донимать, но кровь из носа и обмороки уже реже. Если только не переусердствуешь. Тренируйся только под присмотром Хлои. Трудно отработать временную логистику, но со временем ты приспособишься. Хлоя уже свыклась с этим. Хлоя и я... Ну, мы стали парой. Настоящей и очень серьезной. Безумно влюблены. Так что, думаю, ей будет очень трудно привыкнуть к тебе. Но не принимай это близко к сердцу, хорошо? Она очень любит тебя. Я даже не могу объяснить, насколько... Я знаю, что со временем твои чувства станут такими же. Я обещаю, ты не пожалеешь. Тебе пиздец, если ты забудешь, что ты лесбиянка для меня, Колфорд. Боже мой, иди обратно в угол, шпионка. Ты не должна это слушать. Ладно, ладно. Господи. Послушай, что бы ни случилось, хорошо с ней обращайся, ладно? Она начала исправляться. Она пьет таблетки, антидепрессанты. Следи, чтобы она их принимала. Я тоже пила их, но потом перестала, потому что они почему-то влияют на способности. Нам было очень тяжело. Дошло даже до ПТСР. Мы бы не справились друг без друга. Она и так натерпелась от меня говна. Не смей, блядь, сейчас причинять ей боль, ясно? Боже, что я несу? Ведь ты-то я. Ты и души мне не будешь чаять так же, как и я. Ах да... Из-за нашей способности у тебя будет соблазн хранить от нее секреты, чтобы защитить ее, избежать ссоры. Неважно, не парься. Скажу тебе так, мы не умеем брать Хлоя. Она каждый раз все понимает. Я серьезно. Каждый, мать его, раз. Я клянусь. Так что не надо с ней притворяться. Поделись с ней своим бременем. Рассказывай ей все. Потом ты будешь рада, а она нормально все воспримет. Ну да ладно. Чем бы ни был этот тупой магический торнадо, похоже, он больше не повторится. Как только я не искажала реальность за последние несколько месяцев, ничего не произошло. Я понятия не имею, почему Аркадии и Бэй суждено было погибнуть. Либо дело по какой-то причине было в смерти Хлои в этом мерзком туалете, либо он никак не был связан со мной. Но предупреждаю, привыкай к странной херне, происходящей вокруг. Все больше и больше эти способности показывали мне, что существует другой целый мир в нашем мире, который никак нельзя объяснить. Меня это бесит. Еще столько нужно объяснить. Я начала рассказывать про блядского Шина Прескотта, но пришлось все перемотать. Слишком уж много времени это заняло. Все равно я толком не смогу все рассказать. Просто прочти журнал. Я во всех подробностях написала, какие страдания он нам принес, потому что знала, что когда-нибудь ты прочтешь это, и мне хотелось бы, чтобы у тебя был стимул. Я сделала все, что было в моих силах. А сейчас я хочу поцеловать мою девушку. Не стесняйся продолжать поцелуй, когда я исчезну. Ах да, Хлоя сказала, что ты спрашивала про оружие. Не волнуйся, мы хорошие ребята. В каком-то роде. И да, ты убивала людей. Другого выбора не было. Просто смирись с этим. Я знаю, что ты сможешь, потому что у меня получилось. Не подведи нас, Макс Колфилд. Голос затих, запись остановилась. Вавушки. Хлоя обернулась к ней. Она стала спокойней. Боже, девчуля, ты до сих пор так говоришь? Вполне подходящее слово для такой ситуации, не думаешь? Ну да, действительно. Нашему положению не позавидуешь. Ты слушала запись? Немного, пока ты не прогнала меня. Ты закончила? Да. Я убивала людей. Ого! Она уже тебе это сказала? Хлоя облокотилась на перила и скрестила руки. Да, мы обе это делали, иначе бы нас ожидала судьба куда хуже, чем смерть. И ты тоже. Хлоя пожала плечами. Не видно, чтобы она гордилась этим, но и не раскаивалась за это. Она просто констатировала факты. Кого? Что происходит? Жмухов Прескотта. Он затеял какую-то серьезную хрень, Макс. Похлеще, Аркадий Бэй. Мы уже заканчивали, как вдруг появилась ты. И как вы хотели это закончить? А ты как думаешь?
Мы высадили этого ублюдка, а ты прошла мимо охраны. Ты неудержимый убийца, подружка. Макс подмигнула ей. Охренеть, Хлоя. Ага, говорю же. Нечему тут завидовать. Не торопись никуда. Макс облокотилась на машину. Это уже был немного перебор. Они убийцы? Беглецы? Преступники, это точно. Это как если бы возвращение Хлои создало бы их личный постапокалипсис. Неужели другой жизни у них не могло быть? Это все, что она могла ей предложить? Жалко умереть или стать убийцей, чтобы выжить? Взглянув на руку, она задумалась, сколько боли за это время успела испытать Хлоя. Хлоя подошла к задней двери машины и начала рыться в своем барахле. Точнее, в их бардаке. Она подошла к Макс и дала ей простую черную тетрадку. После того, что она узнала про эту реальность, она уже думала, что на этой тетради будет написана «Тетрадь смерти». Твой дневник нынче не такой разноцветный. В основном ты писала в нем руководство для новой тебя. Или старой. Ну, блять, ты меня поняла. Она бегло просмотрела его. Он заполнен примерно на 3/4. В журнале не было рисунков, одни фотографии и куча текста. Понадобится много времени, чтобы его прочесть. А вот и нет. В каком смысле? Ты можешь в мгновение ока прочитать его, дурашка. Ну, по крайней мере, это будет так выглядеть для меня. О, точно, с перемещением во времени. Да. Хлоя осторожно закрыла журнал в ее руках. Ее пальцы соприкоснулись с пальцами Макс. Но прямо сейчас не делай этого. Зачем тебе переизбыток информации? Она сказала, там написано кое-что ужасное. А ты и так всему очень удивлена. Ты не читала его? Чтобы навлечь на себя гнев, могучий Макс? Я так не думаю. Она сказала мне всем с тобой делиться. Ага, я надеюсь на тебя в этом плане, а я, в свою очередь, не буду читать твой личный дневник. Вполне резонно, не так ли? Она любяще улыбнулась Макс и подтолкнула ее на пассажирское сиденье. Давай, залазь. Можешь спросить меня о чем угодно, пока мы будем ехать в штаб-квартиру. Или в тишине обдумать все, что узнала. Делай, что хочешь. Как я и говорила, не торопись. Тебе никогда не надоедает игра слов, да? Нет. И ты это обожаешь. Мы ведь с тобой партнеры в преступлении с Супер Макс. Она протянула ладонь, чтобы дать 5. Ну же, скажи это. Не заставляй меня ждать. Макс закатила глаза и слабо ударила по ладони. Партнеры во времени. Дурочка. Всегда и навечно. Поехали. Они сели в небольшой Ниссан. Макс задумалась, куда же делся ее старый пикап. Скорее всего, его бросили на обочине после того, как он последний раз выдох из себя копоть. Хлоя подключила свой телефон к аудиосистеме машины и немного пошарилась в меню. Вот. В память о былых временах. Заиграла музыка. Достаточно тихая, чтобы они могли разговаривать. Она до сих пор не знает названия этой песни, но воспоминания сразу нахлынули на нее, будто это все было только вчера. Хлоя танцует на своей кровати, подтягивая косячок и говоря потрясти ей своей тощей задницей. Это заставило ее улыбнуться, словно она снова стояла в комнате. Мне нравится эта улыбка. То, как она посмотрела на Макс, можно назвать портретом нежности. Ей пришлось отвернуться. Ее щеки внезапно стали горячими. Давненько я ее не видела. Ты просто милашка. Блин, лучше мне сбавить обороты. Я же не хочу напугать тебя. Хлоя завела машину и поехала вперед. О, механика. Кстати, никогда не перематывай время, когда ты внутри движущейся машины, иначе шмякнешься попой посреди дороги. Похоже, за этим кроется уморительная история. Да, не особо. Мы много какие тесты проводили. Все ради науки, да? Но это не помешало мне ржать до упада, пока я ехала до тебя, чтобы подобрать. Ты хорошо известна своим сочувствием. Теперь мне интересно, что еще вы пробовали сделать? Дай-ка вспомнить. Мы перематывали время не только в машинах. Перемотка как бы блокирует тебя из обычного пространства, отбирая у тебя совершенно любой импульс. Ну, либо она как-то приковывает тебя к собственному движению Земли, чтобы ты не вылетела с орбиты. Так что, если ты прыгнешь со здания и в последний момент перемотаешь время, то, скажем так, тебя все сочтут Бэтменом. Ты серьезно? Я ради этого прыгала со здания? Но не сразу. Поначалу с высокого выступа, потом с автобуса, затем с дерева. Маленькими шажками ты потихоньку ступала к обрыву.
Ты сказала, что это похоже на погружение в желейный бассейн. Воздух вокруг тебя сгущается и удерживает на месте. Я только вижу, как ты сначала стоишь на крыше, а потом оказываешься в сантиметрах от земли, спокойно приземляясь без единой царапинки. Иногда можно увидеть после свечения в виде странного привидения, в зависимости от того, насколько коротка была перемотка. Это очень жутко. Это... Вау. Она не знала об этом, когда прыгала с маяка. И все равно это сделала. Она рассчитывала на жесткую перемотку, если обратиться к терминологии бета-макс, что, видимо, было редким и неконтролируемым явлением. Теперь мне страшно спрашивать, что еще вы пробовали? Знание и сила. Вот еще пара забавных фактов. Трудно рассчитать, сколько максимум вещей ты можешь перенести вместе с собой, но половина твоего веса — проверенное правило. Если взять больше, они останутся позади. Еще ты не можешь перематывать время, когда ты без сознания. По крайней мере, пока что. А еще тебе не обязательно вытягивать руку, как дура какая-то. Ты просто так это зачем-то делаешь. Как джедай машет рукой, чтобы взять чей-то разум под контроль. Она постучала пальцем по губам, пока вела машину другой рукой. Судя по всему, они ехали в сторону от города. Скажем, если ты порвешь футболку, она не залатается, пока она на тебе. Но если ты снимешь ее, она заштопается сама. Ах да, важный момент. Ты не излечиваешься перемоткой. Ты остаешься такой же уставшей, травмированной и грязной. Звучит так, будто я частенько встревала в неприятности. Это еще мягко сказано. Ты была на грани смерти, Макс. Ты успевала остановить время, пока в тебя стреляли. Скажем так, есть веская причина, почему ты постоянно носишь с собой фотки на всякий пожарный. Говоришь, останавливала время, пока в меня стреляли? Это очень круто. Ну, ладно, Нео. Извини, что обламываю тебя, но ты не избранная. Макс сделала красноречивый жест своим телефоном. Не бойся. Она уже сказала мне, что мне никогда не стать мастером кунг-фу. Но реально. Однажды ты была серьезно ранена. Тебя так могут убить, если застанут врасплох. А ты не можешь переместиться в фотографию, если мертва. Ладно, ладно, я поняла. Кстати. Она посмотрела на экран телефона. Прошло 15 минут с твоего появления. Как ты себя чувствуешь? Голова не болит? Нет. Нет, я в порядке. А что? Тебя часто мучает мигрень спустя какое-то время. Иногда ты даже можешь потерять сознание. Вау, шикарно. Жду не дождусь этого. Ты ненавидишь перемещаться в фотографии. Да ладно. Да уж, похоже, нам было чем заняться. Она взглянула на Макс. Вот снова тот игривый огонек в ее глазах. Ты даже не представляешь, чем, подружка. Она вздернула бровями, намекая на свою усмешку. Ну не может она без этого. Правда? Что ж, Макс тоже умеет играть в эту игру. Да ну. Наверное, ты снова струсила, когда я взяла тебя на слабо. Ах, ну ёбана. Ты мне всю жизнь это припоминать будешь. Ты застала меня врасплох. Я не знала, как себя повести. Ты, смотрю, любишь побахвалиться, дорогуша. Но, по-моему, первый шаг всегда делаю я. Она думала, что Хлоя закатит ей перепалку. Но вместо этого она замолчала и ненадолго задумалась. Знаешь, это правда. Ты всегда делаешь первый шаг. У меня было много шансов, но я боялась, что мне откажут, и я психану. Она бросила на Макс косой взгляд, но долго его не удержала. А сейчас все гораздо хуже. Потому что ты знаешь, что я к тебе чувствую. Ты знаешь, насколько я отчаянно влюблена в тебя. И если я попробую что-нибудь сделать, тебе может показаться, что я давлю на тебя. Я не хочу этого. Потому что буду плохо себя чувствовать потом. Ты подумаешь, что обязана потакать мне. Вот в такой сейчас ситуации. Моя девушка с амнезией, и я втюрилась в нее. Боже мой, заткнись, Хлоя. Только хуже все делаешь. Макс стало неуютно, но она смогла только рассмеяться. Ты права. Это очень странно. Я знаю. Долбанное перемещение во времени. Ее рука держалась за рычаг. Макс положил на нее свою. Хлоя, я бы не стала так сильно переживать. Все это время я только и мечтала оказаться рядом с тобой. И теперь мое желание исполнено. Я не намерена когда-либо снова бросать тебя. На лице Хлои выступила широкая улыбка. Но она тут же согнала ее, будто у ее реакции появилось самосознание. Это здорово. Я до глупости рада это слышать. Ты даже не представляешь, насколько. Хлоя, скромная и застенчивая. Никогда бы не подумала, что этот день настанет. Может, ты хотела сказать «дико здорово»? Боже, привет из прошлого. Мы больше не говорим «дико». Слово довольно быстро себя изжило. «Дико быстро»? Ага, ну вот опять. Устарело оно.
Если честно, я даже рада. Покойся с миром, Дика. Мы уже забыли про тебя. Аминь. Они перешли к уютной тишине, просто наблюдая за все более извилистой дорогой. Дальше в плейлисте шла другая песня, которую Макс не знала. Не такой тип музыки ей нравится, но она не жаловалась. Она просто дала ей время уложиться в голове. Хлоя сидела рядом с ней в машине. Она была мертва, но теперь она снова жива. Еще и «мать ж вашу!» отчаянно влюблена в нее. Это ее слова. Больше она может не бояться, что ей откажут. Вокруг них стало больше деревьев. Куда бы они ни направлялись, похоже, это место находится очень далеко. Она подумала, что ей стоило спросить об этом. Ей много о чем стоило спросить. Но она решила не забивать себе этим голову. Плохая Макс, значит. Хлоя немного съежилась. Сначала была основная Макс, а потом как-то изменилась. Как-то. Эй, твоя записка звучала довольно зловеще, да и ты еще пожертвовала моей задницей, так что плохая Макс. От этих слов Макс ощутила комок в своем животе. Хлоя, видимо, заметила, как изменилось выражение ее лица, потому что она взяла ее за ногу и потрясла ей, условно хотела разбудить ее от кошмара. Блин, я пошутила. Ты сама шутила на эту тему. В стиле «надо было мне пожертвовать твоей жалкой задницей». Вот так мы и смотрели на это. Прости, просто я... Я так долго снова и снова переживала этот момент в своей голове. Это было невыносимо, Хлоя. Я не могла жить, зная, что так с тобой поступила. Воу, эй. Ничего ты не сделала, ясно? Я сама попросила тебя вернуться. Неправильно было взваливать на тебя такой ужасный выбор. Мы потом говорили об этом. Я прекрасно понимаю, почему в будущее ты оставила записку. Ты рассказывала, как угрызение совести изнутри рвало тебя на части, кусочек за кусочком. Ты никак не могла смириться с моей потерей. Грустно было думать об этом, но... Это точно подстегнуло мое ЧСВ. Похоже, Бетта Макс была гораздо умнее меня. Какое-то время я думала, что смогу справиться с горем, но... Дурочка, ты точно та же, Макс. У нее банально было время все обдумать. Ее никто не вынуждал принимать невозможные решения, как тебя. Еще хуже, когда есть время подумать, Хлоя. В этом решении не было ничего импульсивного. В конце концов, я сознательно решила уничтожить все, лишь бы вернуть тебя. Чушь собачья. Ничего ты не уничтожала. Как ты можешь так говорить? Ты сейчас даже не чувствуешь ко мне отвращения? Ой, ради бога. Ты же не бомбу заложила в центре города. Просто на тебя свалились безумные способности. Ты на каждом шагу пыталась поступать правильно, а потом ёбаный ураган все разрушил. Не ты! И даже если и да, что с того? Я бы поступила точно так же. Я бы дала всему городу сгореть дотла, лишь бы спасти тебя. И мне было бы все равно, что ты об этом подумаешь. И что за лицемерка я буду, если сейчас рассержусь на тебя? Да, конечно, никто не заслуживает жизни ценой стольких людей, я понимаю. Но дело было совсем в другом. Мы не можем жить друг без друга. И для меня важно только это. Несмотря на твердую убежденность в своей правоте, ее голос оставался спокойным. Каждое слово находилось на нужном ей месте, каждый акцент ставился на нужном слове. Продуманный до мелочей аргумент. У нас уже был разговор на эту тему, не так ли? Она так посмотрела на Макс, будто они вместе были в каком-то сговоре. Не слово в слово, но мы пришли в нем к соглашению. Мы не могли, как зомби, просто идти вперед, пока чувство вины не поглотит нас. Так что мы разговаривали. Много о чем. Выплеснули все. Без стыда и осуждения. И как в конце концов оказалось, даже со всеми ужасными смертями и разрушениями, я была счастлива, что ты выбрал меня. И ты тоже. Может быть, это отвратительно и эгоистично, но также охуительно, когда мы есть друг у друга. Так что нет. У меня нет желания орать на тебя. Макс Колфилд, успокойся ты, наконец. Вы не первая пара в истории, которая готова убить ради друг друга, и вы не будете последней. Она мельком увидела Лань, когда машина свернула на широкую грунтовую дорогу. Она посмотрела в их сторону, прежде чем побежала глубоко в лес, и исчезла. Эй! Хлоя положила руку ей на плечо, смотря то на дорогу, то на Макс. Мы почти приехали. Я тебя не виню, ясно? Хватит терзать тебя. Макс прикоснулась к ее руке и попыталась успокаивающе улыбнуться. Я переживу это. Обещаю. Уж постарайся, иначе я заставлю тебя принять мои таблетки счастья. Вот и конец твоим способностям. Она снова сделала жест своим телефоном.
Она сказала следить, чтобы ты принимала их. Ага, ты невероятная стерва в этом плане. Как они... Точнее, ты хочешь поговорить об этом? Да тут особо не о чем разговаривать. Они помогают мне держать себя в руках и не срываться из-за глупых вещей. В этом нет ничего такого. По крайней мере, хоть одна из нас должна оставаться вменяемой. Это ты-то вменяемая? Страшновато. Поцелуй мой блестящий зад. Честно говоря, мне можно было бы раньше начать их пить, до всего происходящего пиздеца. Мама всегда хотела меня посадить на терапию, но... Ты сама знаешь, какой сукой я с ней была. А я только укуривалась и жалела себя. Какой же дурой я была. Ты слишком строга к себе, Хлоя. Тебе многое пришлось пережить. На это нужно время. Ну, теперь-то хоть время на нашей стороне, да? Так, вот это уже чересчур. Это даже звучит бессмысленно. Все любят судить. Внимание! Моя Примадонна, узрите ваше поместье! Деревья начали расступаться к небольшой поляне. Макс ожидала, что увидит небольшую хижину в лесу, но перед ней предстал громадный автобус Greyhound, только с меньшим количеством окон. Он был окрашен в два оттенка темно-синего цвета, привычный логотип красовался посередине, а все целые окна были окрашены в черный и сильно отражали свет. Макс искоса взглянула на Хлою. Автобус? Похож на обычный старый автобус, да? Он наш? Как вы его сюда привезли? Она припарковала машину рядом с этим чудовищем. Оттуда, где Макс сидела, автобус возвышался над ней. Это все? Безумные навыки? Пойдем, посмотришь его изнутри. Они вышли из машины, и с подозрительно изогнутой бровью Макс последовала с ней ко входу. Она нажала на кнопку на своем брелке, и двери распахнулись, будто они были в чертовом Стартреке. Хлоя обернулась и низко поклонилась ей, предлагая войти. После вас, ваше величество. Какая же ты подлиза. Не зная, чего ожидать, она поднялась по ступенькам в кабину водителя. Она заглянула внутрь и остановилась от удивления. Ваушки. Хлоя взобралась вслед за ней. Вообще, этот автобус заслуживает полноценную череду ваушек. Это... Казалось, что они никогда бы не смогли себе такого позволить. Даже за тысячу лет они никак бы не смогли заработать себе на кожаные диваны, мраморные стойки, кухонные раковины, целых две, плиту и невероятно огромный телевизор. У нее бы закружилась голова от полного списка вещей. За дверью она увидела высокое зеркало и настолько большую кровать, что она начала думать, а не нарушает ли этот автобус все законы физики? Этот автобус, по сравнению с фургоном Фрэнка, был все равно, что особняк, по сравнению со свалкой Хлои. Хлоя! Я глазам своим не верю! Ты еще душ не видела? Вот в нем ты точно все растаешь. Это же охренеть, сколько стоит! Кто за все это платил? Хлоя бросила на нее плоский взгляд. Ты действительно это спрашиваешь? Мы это украли? Что? Нет. Все легально куплено, зарегистрировано, сделано под заказ и законно. Ну, разве что, кроме вымышленного имени. Тогда... Способности и биржевая торговля. Ты сама все считала. Ты серьезно? Так же серьезно, как и наши банковские счета. У нас 1% всех денег мира. Она прошла дальше. Создавалось ощущение, будто этот автобус сдают пенсионерам. Кожаные диваны были белоснежно новые, а кухонная плитка аж блестела. Место было не сильно обжитое. Рядом с корзиной грязного белья была аккуратно сложена одежда. Внутри и вокруг раковины валялся всякий мусор. Полупустая пачка чипсов и смятая шапка валялись на диване перед телевизором. Свитер висел на подлокотнике, а на соседнем столе лежал фастфуд. Либо они редко проводили тут время, либо все-таки смогли усмирить хаотичную натуру Хлои. Не сказать, что ты сможешь оставлять тут много вещей, если тебе часто нужно куда-то ездить. Она повернулась к Хлое. По какой-то причине ее голова начала сильно болеть. Ладно, пора бы мне уже тебе сказать, что происходит. Буду честна, я представляла, что мы будем жить вместе. Где-нибудь в Сиэтле или в любом другом городе. Но уж точно не в лесу, попутно отправляясь на задания и убивая людей. Да, изначально план был не такой. Она присмотрелась к Макс. Ты как-то побледнела. Как себя чувствуешь? Просто голова болит. Все нормально. Она тут же подошла к Макс и аккуратно усадила ее на диван. Ага, надейся, что просто голова болит. Это был прыжок в целых 5 месяцев, владыка времени. Не спорь, просто полежи. Но я отправлялась на 5 лет назад без...
Боль начала быстро нарастать. Внезапно в ее глазах появилось белое пятно, и оно продолжало расти и расти и расти. Это было невыносимо. Хлоя прижала ее к себе, будто Макс превратилась в стеклянную статуэтку, которая может начать трескаться в любой момент. Макс, у тебя кровь пошла. Просто расслабься. Все хорошо. Здесь ты в безопасности. Хорошо, что в этот раз мне не пришлось тебя тащить. Она почувствовала, как ее затягивают в подушку, будто сознание сдалось под напором боли. Thank you.
Thank you.